Сюда попрет в разведку, чувак. Вообще, если можно найдешь вот это. А вот еще ледокоп. Этих двоих мы выслали. Ну тут популяция не дала хотя. Ну, сейчас мы узнаем, что в Сангпуне конкретно. Четыре дивизионного метра. Непонятно как это. Это лифт. Но этот не пойдет. Тут бардов много. А этот обратно. Можно не брать стрелков, но что раз много. Может, или наоборот, там больше не брать. Хочу там только обойти. Здесь как и нету хода. Так мы разделим. Раз, раз, два, три, четыре, ну пять бардов. И суккуб. Шесть, значит. Ну троих. Можно рассчитывать, что он может одолеть. Переманим себе. Это схожая ситуация. Но CPU у нас тут как бы стыло, тут пока. Слева и справа. Black Knight. Ну тебя пытаемся сюда их выменить. Это прикрытие.
суккубы. Сидиют, ну, совратить. Ну, соблазнили. Да не, уже все походили. Понять, вот эти 55 черные процентов, все, мы же поняли, что тени это круто. Спыл, нету спыла. Так а шо, шо, трупец, ну вроде 40, ну. Есть контакт. Уже, ну, атака будет. Ну, Оркин Пайлер 45. Резистенс. Неправильный выход. Престол тут сложнее, вот, понимаете. Вообще, скорее всего, не дойдет очередь денег.